Дорогие друзья, всем привет! Кто меня знает, хочу с вами поделиться своей радостью. Вы знаете, я уже третий раз за зиму вышла на улицу. А почему так получается? Я хочу вам сказать, что три зимы не была на улице, боялась выходить, что то простыну. А потом еще у меня причина, что я одеваться сама не могу. Нога не гнется, ни носки одеть, ни брюки. Ничего. И вот с такой проблемой жила три зимы. Летом-то оденусь, выйду на улицу, подсою, погуляю. А зимой сидела как затворница. И уже похоронил себя, уже все вещи зимние раздала. Все, думаю, не буду никогда ходить. А тут у меня появился новый друг, Алексей Замосковный. А Мич Кыштовка, там он предприниматель. Он стал интересоваться. Он видео выкидывает обычно про природу, пока едет, везет товар. А я интересуюсь, мне очень интересно, я люблю природу. Ну и лайкаю всегда, комментарии пишу. И пишу, что жаль, что у меня нет такой возможности побывать на природе. Он стал интересоваться, когда узнал, что я столько зимняя была на улице. Что, он даже не поверил, как так? Ну и узнал все мои проблемы. Говорит, я вам помогу решить. Да ну, решить. И там я здесь. И мне подсказал, говорит, ищите себе какую-нибудь помощницу, которая бы могла приходить к вам, одевать вас, гулять с вами, раздевать домой приходить. А я буду спонсировать, оплачивать. Мне сначала неудобно было. Думаю, ну как так, чужой человек. Хотя мы с ним знаемся уже 2 года. И вот именно все не воочию, а тут воочию приехал. Мне кухонный гарнитур привез, мы с ним познакомились. Я была очень рада познакомиться с ним. Очень добрый человек, очень душевный. Старается помочь таким людям, как я, кто в трудных ситуациях. Ну и вот так. У меня теперь я могу делиться радостью, что я могу выходить на улицу, гулять со своей помощницей. Сейчас она вот подойдет, она идет вот, ходунки мне несет, и мы с ней пойдем потихонечку. Вот она, моя Танечка-помощница, и оденет, и разденет, и рядышком идет. Я уже даже если где-то и завалюсь, уже она мне все равно поможет, подставит ходунки и все. Ну вот хочу сказать, что если есть такие люди, как я, которые себя уже похоронили, то имейте надежду. Всегда найдется какой-то человек, который обязательно подскажет выход, как выйти из такого положения. Вот у меня выход отличный. Спасибо, конечно, Лёше. Я его Лёша зову. Он мне в сыновья годится, ему 40-45 лет. Он отличный семьянин. У него 3 сына таких замечательных, у него прекрасная супруга. Короче, они счастливы. Счастливы почему? Потому что Иисус сказал, что больше счастья давать, чем, значит, принимать. А он очень многим помогает. Я у него не одна такая. Я видела, как он субботники проводит. За свой счет и мешки там им дает со своего магазина, и перчатки, еще и зарплату платит. Все. Поэтому и там где-то волейбольную сетку купил, кому-то лыжи подарил. Он мне тоже пообещал лыжи подарить. Я же с месяца 2 научусь ходить сначала ногами, ходунками, а потом лыжи подарит. У меня вот огород большой, буду на лыжах ходить. Вот у меня теперь есть смысл в жизни. Он как мой стимулятор такой. И все, Титане, давай, как видео снимай, как ты ходила сегодня, как у тебя получалось. И вот хочет посмотреть, как сначала у меня получалось, и как потом вот несколько раз я когда погуляю, как буду бегом бегать. Вот. Очень и мне самой интересно, насколько моя жизнь. Ну, ты отходи, когда я подхожу. Олежка. Вот. Видишь, как здорово. Хочу, чтобы сил хватило до транса. До асфальта дойти. Дорога сегодня скользкая, поэтому придется
Не торопясь, попробуйте шагать. Ты видишь, что я быстро шагаю. Иди сюда. Вот сюда. Сюда, Олег. Зачем ты портишь видео все? Леша, у меня тоже есть родник, как у тебя. Это такая хитрость, тетя Таня. Дома вода, чтоб не замерзала. Мы включаем. Оно сюда течет. Все, отключайся. Всем привет. Тетя Таня вышла на прогулку со своей Таней. А ты неправильно видео. Леша просил вот так телефон надо держать. Потому что вот. Держи правильно. Вот. Тетя Таня вышла на прогулку. Леша, привет, сегодня тепло. Минус 13 градусов. Настроение хорошее. Силы есть. Попробуй попытаюсь дойти до асфальта. Все, вот, ходи дальше. Олег. Вот. Так что вышли погулять. Стой пока. Вот. Все. Ага. Вот все, сейчас прогулялись немножко. Заходим домой. Уставшие, но счастливые. А погода хорошая сегодня. Ветра нету. Да, ветра нету. Погода морозит. Отличная. Но дорога очень скользкая. Поэтому не рискнула идти до асфальта. Хватит и так сегодня. 45 минут были на улице. Ну, хорошо. Что, куртка даже мокрая? Ну, вон, смотри. Танечка, дай костыль. Да, у нас пусть мокрая. Ну, все, заходите. Я скажу. Ты... Все? Идут цифры? Угу. Неправильно держишь. Перевели, он ругается так. Перевели. Вот так? Так, ага, так видео не на всю. Ага, ну, понятненько. Все? Всем привет. Мы сходили, погуляли с Танюшкой. Сидим теперь, отдыхаем дома. Угу. Хотела дойти до асфальта, не получилось. Опять до полдороги. Вся взмокла, сильно тяжело. И дорога сегодня очень-очень скользкая. Все, буду заходить уже домой. Все. Таня вышла сегодня третий раз гулять. Сегодня 23 градуса. Мороза. Я такую погоду люблю. Не скользко, снежок нападал. Ну вот, хочу осуществить свою мечту. Дойти до асфальта. В прошлый раз не дошла. Потела. Сегодня маленько полегче оделась. Думаю, что у меня получится. Ну и не так уставшая сегодня. Постараюсь. Сегодня уже третий раз, мне уже легче шагать. Уже мышцы мои шевелятся получше. Суставы. Так что... Сегодня у меня счастливый день. Ой, ладно. Вот, вышли за ограду и направимся туда, в сторону. Ладно, все, пока-пока.